Плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям прошло 6 апреля в здании администрации. Под председательством начальника управления по делам ГОЧС по Десногорску Андрея Воронцова была оценена текущая эпидемиологическая обстановка в городе. Обращений с ОРЗ, ОРВИ и заболеваниями, похожими симптомами на ковид, сейчас несколько уменьшилось. Плановая работа в поликлинике и в стационаре продолжается. В ковидном госпитале МСЧ находится около 20 человек. Реанимационных мероприятий не проводится. Нарастающим итогом на 6 апреля зарегистрировано 2146 случаев заболеваний коронавирусом. Выздоровевших около 94%. За прошедшие 2 недели заболело коронавирусной инфекцией 18 человек и 24 пневмонии. Продолжается вакцинация населения препаратом «Спутник ВИ». Ее проводят 4 бригады медиков. Уже привито 3800 горожан. У нас находится почти 3000 доз вакцины «Спутник ВИ» в медсанчасти. Вакцина продолжает поступать, продолжаем прививать. В целом плановая работа. Заболеваемость в школах и дошкольных образовательных учреждениях находится на приемлемом уровне. Это около 4,5% заболевших. Все занятия проходят в очном режиме. Управляющие организации города продолжают проводить дезинфекцию в подъездах многоквартирных домов. Особый санитарный режим продолжает действовать как в городе, так и в области без изменений.